Здравствуйте. Я, Иван Иванович Полонеч, хочу представить вам свой видеокурс, который называется «Быстрый вход в немецкий язык». Вот вы видите перед собой сейчас коробочку с диском. Вот, собственно говоря, это и есть курс. Видеокурс. Каковы же основные моменты хотелось бы отметить в этом курсе? Чем же он так разительно отличается от других видеокурсов? Ну, во-первых, там собрано 25 пошаговых уроков, которые позволят вам очень быстро войти в немецкий язык. И через эти 25 уроков вы сможете общаться, вы сможете понимать простые тексты, вы сможете понимать, что говорят по радио, телевидению. Ну, грубо говоря, вы в Германии, если что, ну или в какой другой немецкоязычной стране, не пропадете. Это во-первых. Во-вторых, да, сразу возникает вопрос, за какой срок? Отвечаю, 30-60 дней. А в случае, если вы будете каждый день уделять немецкому языку по нашему курсу, и не только там рекомендации даны, еще кое-какие материалы использовать, и при этом еще будете работать не просто 30-60 дней, а минут 40-60 в день. Но при этом не обязательно совершенно все это проходить одним разом, как говорится, можно разбивать ваши занятия на небольшие фрагменты минут по, допустим, 15. В этом курсе собрана масса интересных и необходимых материалов. Как то, какие-то тексты для специфической проработки. В чем специфичность проработки, вы узнаете из курса. Песни на немецком языке с текстами, анекдоты, фразы, выражения и так далее. Грамматические правила, набор грамматических правил, самых основных, самых необходимых, которые легко усваиваются. Помимо этого, тут еще содержится 100 фраз, и порядка 500 слов немецкого языка. На первый взгляд цифра, конечно, скромная, но поверьте мне, что вот этот набор, который называется мини-лекция, мини-фраз, закроет 90% общения вашего в Германии, допустим, если вы там окажетесь, и причем с достаточной степенью уверенности. Вот этот мини-лекс и мини-фраз мы брали не с потолка, не выдумывали, а мы опирались на работы выдающегося лингвиста Эриха Гуннемарка, который как раз-таки и вот вывел вот эти вот ядра, с которых необходимо стартовать в любой язык, не только в немецкий. Он, в общем-то, сделал такую солидную общающую работу. Более того, скажу, что мы не просто так вам даем эти фразы, не просто так диктуем вот эти вот слова, а мы еще и использовали специальный метод аудиозаписи. Там 4 вида файлов, и поверьте мне, что если вы, как говорится, вот эти файлы пройдете, ну, потом, по тому же порядку, как мы рекомендуем в курсе, естественно, там есть и все инструкции, то запоминание слов у вас будет очень прочным и очень хорошим. Ну, кроме того, вы еще сможете познакомиться с методами, которые применяют полиглоты, с самыми передовыми методами овладения языками. Кое-что сможете уже применить прямо с нашим курсом. Можете выработать какую-то свою стратегию в язык и входа в немецкий язык. Использовать ее не только для немецкого языка, но и для других языков. Кому же нужен этот курс? Кому он необходим, я считаю? Во-первых, тому, в первую очередь, кто начинает овладевать немецким языком. Более удачной стартовой площадки вы просто не найдете. Это раз. Во-вторых, может быть, вы когда-нибудь уже изучали немецкий язык, но основательно все подзабыли. Вот замечательное средство вспомнить. Допустим, вам нужно в Германию, в германоязычную страну, необходимо быстро овладеть в такой степени, чтобы, по крайней мере, не чувствовать себя там совсем уж плохо и без, что называется, языка. Пожалуйста, можно сделать с помощью этого курса. Далее. Европа все-таки, вы знаете, есть там такой вот нюанс, что во многих странах гораздо вас будет, к вам будет лучше относиться, если вы будете говорить не по-английски, а на каком-либо европейском языке. Понимаете, вот есть такой нюанс, но это не тема сегодняшней беседы, я просто представляю курс. Кроме того, если вы овладеваете немецким языком,
И параллельно при этом берете еще и английский, то есть используете немецкий язык как некий трамплин для входа в английский, то английский вы станете осваивать гораздо больше. Ну и помимо всего прочего, конечно же, связи с Германией экономические у нас все время растут. И бизнес с Германией вести вам будет гораздо проще. Или там, не знаю, еще какие-то, может быть, моменты связывают вас с Германией. Будет гораздо проще, если вы будете знать основы немецкого языка. Ну, вроде бы все я представил, вроде бы все рассказал. Остальные ответы на возникающие вопросы вы получите вот в этом курсе. Быстрый вход в немецкий язык. Желаю вам всего самого хорошего и быстрейшего вхождения в немецкий язык.